Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как можно очень даже просто сделать красивый японский длинный лук для стрельбы стрелами. Для этого нам потребуется всего ничего. Кусок бамбуковой удочки или просто бамбуковой палки. Обыкновенная ветка. Можно клена, можно ивы. Моток веревки. Нож. И вот такое приспособление для крепления пластиковых труб к стене. Зачем оно понадобится, я расскажу вам позже. Первонаперво мы отпиливаем одно звено бамбуковой палки. Пилить стоит наискосок. Так будет эстетичнее и надежнее. Потом с помощью веревки мы крепим это нехитрое устройство к бамбуковой палке. Впоследствии в этот паз мы будем вкладывать стрелу, чтобы она не била по пальцам и не отбивала нам руку. После небольших процедур у нас получится вот такая интересная заготовка. Как видите, примотано полукольцо. Для надежности, чтобы бамбук не раскололся, я обмотал его веревкой. С этого и с этого края. Бамбук внутри полый. И это нам очень даже пригодится. Дальше из этой палки я сделаю плечи лука. С помощью ножа я снимаю кору. И у меня получится вот такая заготовка. Я обтачиваю ее ровно до тех пор, все тем же ножом, чтобы она смогла входить в отверстие бамбука. У нас готова рукоять и почти готово одно плечо. Обработав его в дальнейшем полностью и избавив от коры, я изгибаю его, предварительно намочив, и даю засохнуть в нужной мне форме. В итоге я получу вот такое красивое плечо с изогнутым краем. Это плечо устанавливается в бамбуковую рукоять. Как вы знаете, лук имеет два плеча. У японского лука они разновесные, то есть имеют разную длину и разную кривизну. Ко второму плечу я уже привязал тетиву, все из той же веревки. Я не особо заморачивался с узлами, намотав несколько витков. Я закрепил их обычным узлом. Собственно говоря, наш лук готов. Оба плеча в сборе. Лук настолько длинный, что в камеру он не особо помещается. Натянув тетиву, мы можем производить выстрелы. В лесу для сына я изготавливал стрелы из веточек. Но в дальнейшем я стал использовать найденные мной на берегу, согнутые кем-то, вот такие стрелы. Они очень хорошо подходят для этого лука, и из них интересно и приятно стрелять. Вот такой японский лук вы можете сделать, не особо заморачиваясь. Как стрелять из этого лука, вы можете посмотреть в ролике, где мой сын в парке стреляет в мишень.